Всем привет! В этой серии мы будем настраивать движение персонажу и также окружение. Поехали! Итак, перед всем этим я создал папку с вепонами и с прожекторами. У меня тут есть ассет с оружиями и ассет с пулями. Я бы вам предложил другой ассет, конечно, с оружиями найти, потому что, ну, вот так вот он, получается, разрезается ужасно. Ну и сейчас я, наконец-то, доделаю префаб этого оружия. Тут у меня пустой объект, на котором будут располагаться все скрипты. Почему у меня поворот тут вообще такой, интересно? Ну, а пистол, в принципе, вот сюда куда-нибудь помещу, это уж не страшно. Вот те узишка нафиг, вот так вот. Еще не знаю, лучше, чтобы ордер инвер был 0 и единичка, наверное, 0. И поддержит оружие. Ладно, делаем префаб. Ну, сейчас я сделаю коровую папку, и у меня будет располагаться все самое главное. И в этом ядре будет располагаться у меня сам по себе игрок. И здесь мы прописываем player movement. Так, апдейт я зря убрал, он мне понадобится сейчас. Нам нужна ссылка на input reader. Ну, еще на всякий случай сюда закину трансформ оружия. Так как у игрока будет изначально оружие, в мои планы пока что не входит делать какой-нибудь инвентарь, подбор оружия. Пускай у него изначально будет оружие. А также ссылка на rigid body нужна. Дальше делаем еще одно поле. Это у нас movement speed будет, пускай равная 5, и также пускай будет поворот оружия. Тут, наверное, будет небольшой угол, градусов так 20. Ну, сейчас, чтобы красивенько было, надо хедер сделать. Тут будут рефс ссылки, а тут будут сами по себе настройки. Тут тогда делаем network behavior и пользуемся заменой старта, потому что старт максимально не подходит, так как он слишком ранний для нашего нетворкинга, поэтому мы используем он network spawn. Ну и также он network despawn, то бишь он destroy в нашем современном не сетевом языке. Дальше от бейса, в принципе, тут можно избавиться. Дальше проверяем, если это не изовнер, то return. Благодаря return мы просто пропускаем выполнение метода. Ну и сейчас создадим переменную. Это у нас будет предыдущий moment input. Ну и сейчас событие on network spawn у нас будет подписка. А именно мы возьмем input reader, move event. И подписываемся на handle move. Идем плюс равно handle move. А в despawn отписываемся. Потом создаем этот метод handle move. Я просто нажму вот так вот. Создам метод. Вектор 2 moment. Параметрами берешь moment input. Ну и сейчас будем проверять, что привез moment input равен movement input. Апдейт что-то у нас вообще далеко запропастился. Вообще иди в начало. Вообще иди после спавна и диспавна. Потом здесь нужна проверка опять-таки. Если не из owner, то return. То есть если не владелец, то прерываешь выполнение метода. Потом берем weapon transform. И здесь будем использовать rotate. И специальную позицию по z я буду регулировать благодаря z rotation. Поэтому по x 0, по y 0, по y z rotation. И z rotation будет равна previous movement input. Грубо говоря, это у нас ось x, то есть горизонтал. А вертикал будет игрок. И нам надо будет сейчас это умножить на отрицательное число. Это будет, к примеру, turning rate. Ну и time delta time. И здесь, получается, будет turning rate. К примеру, 30. И сериал сфилд я сделаю. А знаете, почему я новую переменную создал? Потому что вот это вот у меня уехало. Из-за этого я создал новую переменную и забыл про вот эту вот переменную. Weapon turn. Ну и все это мы закидываем на player movement, получается. Ну и верну я network rigid body 2D еще. Input reader у нас уже есть. Можно вот так вот открыть. Weapon transform. Берем weapon, rigid body, вот вы rigid body. Movement speed weapon turn оставим. Ну и сейчас нажмем play. Ну и пистолетик у нас поворачивается, да. Если нажимаю A и D, то он у меня вот так вот поворачивается. В общем, у меня тут запись обрубилась в нужный момент. У меня тут, получается, weapon transform есть. Вот такие вот переменные. On network spawn, on network despawn еще не изменилось. Тут у меня будет происходить поворот оружия. А вот здесь уже перемещение. То есть я беру горизонтал vertical. Оси. Привет фанатам старой input системы. Потом вектор 2 movement. И потом перемещение именно через rigid body. Могу тут не умножать на time delta time. Ну и все, я могу перемещаться. И у меня оружие вот так вот перемещается. Конечно, немножечко странненько. Но думаю, я это смогу пофиксить. Но сейчас лично мне это нравится, что у меня оружие вот так вот поворачивается во время того, как я двигаюсь. И еще интерполяцию у rigid body 2d я сделал не дискрет, я сделал interpolate. Это, конечно, не обязательно делать. А теперь надо проверить, двигаются ли другие игроки, двигаются ли клиенты у меня, поэтому я сейчас буду билдить. Так, поехали. Вот тут запускаем игру и сразу же тут буду стартовать хост. Присоединяюсь, тут двигаюсь, отлично, клиент двигается, а тут я двигаюсь, тут я двигаюсь. И также другой игрок видит, конечно, с задержкой там было видно. Может даже посмотреть тут и сравнить, какая задержка. Она, конечно, небольшая, но она видна. А сейчас я предлагаю уже поработать с таймапом. Я захожу в таймапалет. Я создаю тут 2D object, таймап rectangular. Первый таймап у меня будет ground, потом продублирую. Это будет у меня collisions. А третий у меня будут какие-нибудь штучки, через которые я, скорее всего, проходить не буду, я так думаю. Дальше мне потребуется таймапалет. Вы можете его найти в window, 2D таймапалет. Потом пускай тут будет папка с environment, окружающая среда. Да, тут уже новогодние у меня пошли. Все потому что скоро Новый год. Я хочу себе новогоднюю атмосферку, поэтому вот так вот делаем. Настраиваем multiple 16, но он
Point no filter, apply, sprite editor по классике, в общем. 16 на 16. Идеально. Бляха сбилась. Twice, apply. Все, это есть. И еще деревце мне надо. Елочка у меня будет по отдельности. Все хорошо. Только вот это, конечно, нехорошо, поэтому я еще раз иду в sprite editor. И тут, получается, поделю вот эти вот частички, вот эти вот подарки, на вот такую вот и вот такую вот ячеечки. И потом беру вот этот вот инструмент. В общем, думаю, к следующей серии я тут поправлю все. Если это видео вам было полезным, то подписывайтесь на канал. И чтобы не пропустить следующее видео, нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, чтобы продвигать это видео. Заходите в Telegram, Discord. Можете поддержать меня на бусе, где выходит готовые части проекта. И до скорого.